Как там женушка? Не знаю. Она меня отпустила. Наверное, это что-то значит. Что ж, давай за дело. Я останусь здесь, в твоей исходной точке, на случай, если у нас будут гости. Но буду на связи. Как? Магия. Ты будешь слышать мой голос везде. Запомни, у тебя 2 минуты, чтобы достичь 20 махов и открыть временной портал. Дэмиан, спасибо. Катись давай. Мы отследили РЧУ и обратного Флэша. Он пересек Атлантический океан. Что он творит? Он уничтожает город, будто наступил конец света. Вот черт, не только в городе. Из-за скорости Алина Земля просто разрывается. Это приведет к исчезновению человечества. Он прав. Вижу больше 10 землетрясений. В Японии цунами. Алин и правда сошел с ума. Понял, что проиграл и пытается убить всех. Мне пора. Надо забрать Дженну. Ребята, нам с Марком нужна помощь. Иди, я останусь. Хорошо. Обратный Флэш в Европе. Где же Эобард? Я у него на хвосте. Мэй Флэш, к тебе гости. Смотри-ка, Дарк, к тебе тоже. Морозец. Ледяной лох. Да, я немного занят, но вы же понимаете, что с моими способностями я легко могу вас четвертовать. Да? В ближайшие 24 часа нет. Наш друг Джон наложил на нас заклинание защиты. Константин, ненавижу этого парня. Что ж, очень жаль. Значит, можем всю ночь дубасить этого мерзавца. Мы быстро с ним справимся. Серьезно? Ну, давайте проверим. Не получается. Не хватает скорости. Я пытаюсь спасти свою дочь, Ален. Соберись. Не стоит танцевать с дьяволом. Я просто в 1000 раз увеличил плотность молекул этой твоей зубочистки на субатомном уровне. Попробуй, подними 2 тонны. Ненавижу науку. Значит, и это не понравится. Спасибо за помощь. Не за что. Эй, классный прикид. Спасибо. Время на исходе. 60 секунд. Давай, Флэш. Ты опоздал, Ален. Время вышло. Барри, я тоже тебя люблю. Я тебя люблю. Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на Земле. Для всего мира я простой криминалист, но вместе со своими друзьями в Star Labs я тайно борюсь с преступностью и ищу прочих металюдей. Наш мир стал гораздо опаснее прежнего. И только мне хватит скорости спасти его. Меня зовут Флэш.